Сегодня Якутия присоединяется к всемирной благотворительной инициативе «Щедрый вторник». Акция проводится в России впервые и призвана шире распространить идеи благотворительности в обществе. В этом году средства, собранные якутянами, будут направлены в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Туяра Филиппова продолжит тему. Подающий надежды в спорте Гриша Александров мечтал принять участие в играх «Дети Азии». В прошлом году на тренировках повредил колено, думали перелом, оказалось все намного серьезнее. Опухоль кости. Ногу ампутировали, несколько курсов химиотерапии, затем удаление метастазов в легких. Борцовский характер мальчика удивляет даже многое повидавших докторов. Операция? Самой сложной для меня была операция. Основную химиотерапию выдержал. Было тяжело, меня рвало. Главное – сейчас выздороветь. Азалия Петухова перенесла в свои 5 лет то, чего не испытывал, наверное, любой другой взрослый человек. Операции после разрыва опухоли почки, несколько курсов химии, лучевой терапии. Сейчас рецидив в виде метастазов в легкие. Все, что сейчас окружает девочку – больничная палата, врачи и мама, которые, несмотря на временное поражение в борьбе с болезнью, не теряют надежды. Мы после химии в Москву должны лететь. Это уже у нас третья будет поездка в Москву, и денег не хватает. Лечение в российских клиниках, куда направляют детей на операции, оплачивается государством. Но финансовая помощь необходима родителям, которые зачастую не работают, так как ухаживают за детьми, им нужно снимать жилье, на что-то жить. Этим еще десяткам других детей с онкологическими диагнозами помогут благотворители. Об этом будут говорить сегодня на нашем канале в 19:45 в программе «Не пропусти главное». Также в рамках «Щедрого вторника» социальный проект «Надежда на будущее» объявила неделю признания, где любой, кто оказывает помощь, признается и призывает к этому других. Добро не должно быть тайным, призывают активисты благотворительных организаций. И каждый из вас может сегодня помочь тем, кто в этом нуждается. Туяра Филиппова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.